По настоянию Николая Антоновича семья Татариновых решает перебраться из Архангельска в Москву. Марья Васильевна со своей маленькой дочкой Катей и мамой Ниной Капитоновной пришли на пристань, чтобы проститься с морем, в котором пропала шхуна Святая Мария. Их провожает друг семьи Иван Павлович Кораблев. Московский скорый ждать не станет, нельзя опаздывать к нему. Багаж пути носильщик манят, еще мгновение и канет все наше прошлое во тьму. Сердце ранит, разлуки час, прощальный час. Московский скорый ждать не станет. А море манит, море тянет прийти сюда последний раз. Прежде в бессмысленной надежде Святую Марию высматривать вдали и, проклиная почту, ждать писем, веря в то, что они в снегах чужой земли. Поверьте, Маша, что столица поможет высохнуть слезам. Пора с небес уже спуститься, с Иваном Павловичем проститься и отправляться на вокзал. Чтоб в незаконченном романе начать еще одну главу. Экспресс не терпит опозданий. Прощайте, друг мой. До свидания. Переезжайте к нам в Москву. Приеду, чтоб снова стать соседом, чтоб снова стать тенью у ваших ног в Москве, быть другом и не более, не зная, что за роли отведены судьбою нам в следующей главе.